Здание ЗАГСа в Выборгском районе стало первым, что построили в Ленинграде специально для регистрации актов гражданского состояния. Выполнено оно в стиле модернизм. Это архитектурное направление, как прямой наследник конструктивизма, придает особое внимание форме. Здание ЗАГСа состоит из асимметричных объемов, галерей и пандусов, в сложной гармонии, сливающихся в единое целое. Оно утверждает один из важнейших принципов модернизма – пространство, а не камень, главный материал архитектора. При этом именно внутренние помещения диктуют облик строения. Например, большая башня вмещает главный зал для церемоний. Гости попадают внутрь одним путем, жених с невестой своим, по мостику между двумя корпусами. Само же здание, по замыслу архитектора, должно ассоциироваться с кораблем, на котором в совместное плавание отправляются молодожены по морям жизни.